Гуруджи делает дандавати, обучает младенца совершать дандавати. Вот так вот с рождения дандават парикрама. Обучение под руководством Гуруджи. Вишрам, Вишрам, гора. Дан давайте Вишрам. Гуру же говорит, все, вставай. Вот так Гуруджи наш пропитывает своей премой с рождения младенца Радхакунды. Вот программ, вот программ. Уникальные кадры у Лалитакунды, у храма Рамачандры. Единственный храм на Радхакунде, храм Рамачандры. И огромная семья служит этим божествам, Сидарам, Лакшман, Хануман на Радхакунде. У них огромное количество детей, рождаются через день, наверное. И Гуруджи всех их одаривает своей премой, постоянно катает на руках. Вот дандават он обучает. Сегодня мы едем в дальнюю деревню, на окраину Враджа, километрах в 60-70 от Радхакунды. Один из вайшнавов пригласил Гуруджи, поэтому Гуруджи после Экадаши пригласил, после Экадаши прервали пост, после нержал сухого поста, и Гуруджи ранним утром делает свою дандават садхану, торопясь отъехать на проповедь в эту деревню, в которой мы еще не были. Чатта – это фактически окраина Враджа на границе с Харьяной.